Карачаево-Черкесии прошел культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Традиционный праздник проводится 7-й год подряд и собирает почтенных стариков, талантливую молодежь, спортивных и азартных ребят и, конечно же, гостей из Абхазии, Турции, Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Альбина Курачинова-Кенжева прочувствовала сплоченный дух абазашты. День культуры народа Абаза и День государственного флага Абхазии проводился Ассоциацией содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. Мы любим, искренне любим нашу многонациональную республику и желаем ей процветания. Очень важно отметить, что фестиваль – это площадка для межкультурного общения, где мы с удовольствием, с большой радостью разделяем красоту культуры нашего народа со всеми народностями многонациональной России. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» был организован национальный двор, где была представлена кухня народа Абаза, ароматы которых манили всех вокруг. Готовили своими руками мы, женсовет. У нас 13 абазинских сел, и все 13 абазинских сел приложили свои усилия, вложили душу и приготовили вот это все. Мы хотим, чтобы все наши гости увидели, какие вкусные наши блюда, и хотим еще угостить всех присутствующих. Фестиваль включал в себя и выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Проводились различные конкурсы. За годы мероприятие стало частью ежегодного культурно-спортивного фестиваля «Абаза». Праздник в который раз собирает вместе народ, чтобы люди делились своими достижениями, знали и помнили свою историю, традиции и культуру, говорили на фестивале. Из Санкт-Петербурга, из Кунсткамеры привез вам поклон от большой науки. Кунсткамера – это колыбель науки, мать музеев России. Нам больше 300 лет. Здесь на празднике я вижу радость от единения. Это так важно. Это необыкновенно. В беде мы объединяемся. Но как красиво, когда мы объединяемся в радости. К празднику волонтеры организации «Алашара» подготовили развлекательную программу. Народные гуляния продолжались до позднего вечера. Завершился праздник концертом с участием абазинских и абхазских певцов и музыкантов, а также танцевальных ансамблей. Альбина Курачинова-Кенджева, Фатима Хунова, Ислам Урумов. Вести, Карачаево, Черкесия.